Привіт всім бадьорим та енергійним! Сьогодні дізнаємось про такий вид тренування, як стретчинг. Заняття проводить наш тренер Юліана Джулай. Вітаю вас! Здравствуйте! Сегодня мы с вами займемся стретчингом. Что же такое стретчинг? Стретчинг – это растяжка, это развитие гибкости и эластичности. Но прежде всего нужно разогреться хорошенько. Сегодня наше занятие будет направлено на разогрев. Опускаем голову вниз. Назад. Вниз. Назад. Добавляем плечи. Вдох. Выдох. Округляем спинку. Вдох. Прогибаемся под лопатками. Выдох. Вдох. Поднимаем плечи вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Спинка прямая. Голова вправо. Раз. Голова влево. Вправо. Влево. На бок. Раз. Два. Раз. Два. Вращаем вправо один круг. Только голова. И в левую сторону. Добавляем корпус. Прогибаемся под лопаточками назад. В грудном отделе прогибаемся и влево. Задействуем грудной отдел. Круглая спина. Входим в сторону. Назад под лопатки. И влево. Раз. Два. Три. Четыре. Прямая спинка. Работаем плечами. Раз. Поднимаем плечи и уводим плечики назад. Чувствуем лопатки. Четыре, четыре, и все обратно, и вперед, округляем спинку, два, три, четыре, правая, левая, правая, левая, так, чтобы чувствовали лопатку, разворачиваем правую сторону и левую, раз, два, три, четыре, и все обратно, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. На вдох ребрышки вперед. На выдох уходим в лопатки. Вперед. На выдох уходим в лопаточки. И еще вперед. Два. Вперед. Два. В сторону. Правое ребрышко в сторону. Влево. И еще вправо. Влево, вправо, влево, растягиваем в сторону, вправо, влево, вращаем ручкой, раз, два, выполняем назад, восемь, раз, два, три, четыре, обратно, раз, два, три, четыре, корпус закрепили, два, бедра неподвижны, коленки прямые, левая, три, четыре, разворачиваем левую сторону, три, четыре. И обратно. Два, три. Локти прямые. Раз, два, три, четыре. Грудной клеточкой тянемся вперед. Прогибаемся под лопатками в поясничке. Сбрасываем корпус. Круглой спинкой поднимаемся. Вдох. И на выдох прогибаемся под лопатками. Выдох. Снова открываем грудную клеточку. Круглая спинка. Раз. И на выдох прогибаемся. Два. Еще. Слитное движение. Вдох, толкаемся пяточками. Выдох. Вдох. Круглая спиночка. И выдох. Растягиваем правую ручку. Тянем хорошенько на себя. В обратную сторону. Локоть прямой. Затем левую. Очень аккуратно тянем ручку на себя. Должно быть приятное вытяжение и в обратную сторону. Хорошо. Поднимаем правую ручку вверх. Потянулись правой стороной. Уводим ручку назад. Правая ладошка касается левого плеча. Лопатки. Поднимаем левую.
вдох и на выдох. Вводим ручку. Опускаем. Вдох, правая рука идет вверх. Наклоняемся в сторону. Разворачиваем левую стопу, потянулись вперед. Снова разворачиваем стопу. И вырастаем. Вперед. Раз. Вниз. Вперед. Вырастаем. В другую сторону. Раз. Развернули стопу. Два. Хорошенько потянули. Спинка прямая. Три. Развернулись. И вырастаем. Четыре. Вперед. Собираем локти, локтями касаемся пола. Вперед. Два. Еще. Раз. Два. Развернули стопу. Три. Вырастаем. Четыре. Вперед. Раз. Вниз. Три. Четыре. Еще. Раз. Развернули стопу. Два. Еще. Четыре. И раз. Вниз. Вперед. Два. Развернули пятки вперед. Сейчас мы будем с вами выполнять плие. Плие – это приседание. Пяточки толкаем вперед, коленочки тянем. Ручки на талии. Раз. Копчик подкручиваем. Два. Таз не отставляем назад. Три. Подтянулись. Четыре. Полупальцы. Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Копчик подкручиваем. Таз не отставляем назад. Три. Четыре. Полупальцы. Раз. Коленки подтягиваем. Бедра зажимаем. Три. Четыре. Еще. Раз. Два. Три. Коленки тянем. Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Ручки вперед. Гран-плие. Большое приседание. Раз. Два. Три, четыре. Остались. Раз, два, три, четыре. Вырастаем. Раз, два, три, четыре. И отдыхаем. Еще раз, два, три. Гран-плие. Глубокое приседание. Остались. Бедра подтягиваем. Четыре. Еще. Вырастаем. Три, четыре. Подтянули коленки. Так выполняем четыре раза. Еще раз, два, три, четыре. Раз. Пауза. Два. Три. Четыре. Вырастаем. Раз. Два. Бедра выталкиваем вверх. Четыре. Внутренние мышцы ног тянем друг к другу. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Остались. Два. Три. Четыре. Вырастаем. Раз. Два. Три. Четыре. Подтянули коленки. Внутренние мышцы стягиваем. Встряхнули ручками, ножками. Вдох. Выдох. Голова уходит вниз. Округляем спинку, полностью расслабились. Первая идет голова, прогибаемся под лопатками. И вырастаем. Обратно еще раз. Уходим вниз. Два. Корпус расслаблен, прогибаемся под лопатками. Таз назад. И вытягиваем коленки. Еще два раза. Уходим вниз. Раз. Круглая спинка. Нужно постараться как можно ниже опускаться. Прогибаемся под лопатками, таз назад. И коленочки дотянули. И еще разочек. Раз, вниз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И обратно. Раз, два, три. Ушли полностью вниз, расслабили корпус. И круглая спинка. Поясничным отделом раскручиваем себя. Четыре. Еще. Раз. Вытягиваем себя в длину. Два. Три. Четыре. Круглая спинка. Расслабились. И круглой спиной. Вырастаем. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Расслабились. Раз. Два. Три. Четыре. И последний разочек. Раз. Два. Три, четыре.
Раз, два, три, четыре. Собираем ножки. Шестая позиция, ножки вместе. На вдох поднимаем руки вверх. Потянулись руками вперед. Наклоняемся. Бедрами тянемся назад, руками вперед. Стоим ровненько. Проверяем себя. Ножки вместе, руками тянемся вперед. Еще. Голова продолжение вашего позвоночника. По ощущениям, что вы тянетесь назад, ручками вперед. Ручки вместе. Наклонились. И прижимаемся к ногам, живот, грудная клетка. Голова полностью, притягиваемся к ножкам. Живот, грудная клетка, голова. Проверьте спинку, локти прямые. Проверили себя. Прямая спинка, прогнулись под лопатками в поясничке, прямые ножки. Прямые. И снова опускаемся, прижимаемся к ногам. Расслабили корпус и круглой спиной раскручиваем себя. Выполняем вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Раскрыли ножки чуть пошире. Ручки поднимаем вверх. И снова наклоняемся. Проверяем, пожалуйста, прямая спина. Бедрами тянемся назад, руками вперед. Голова продолжение вашего тела. Тянемся ручками вперед. Бедрами назад. Опускаемся вниз, собираем ручки в локтях, пружиним. Раз, два, три, четыре. Вытягиваем ручки вперед, а бедрами тянемся назад. Руки на полу, ручки на полу. Бедрами тянемся назад, а ручками вперед. Потянулись хорошенько. Переносим вес тела на правую ногу. Затем на левую. На правую. Затем на левую. Корпус по центру. И круглой спиной раскрутили себя. На вдох, ручки вверх. Выдох. Тож комплекс цих вправ підготує ваші м'язи до подальших тренувань. Также этот разогревочный комплекс можно выполнять перед любым видом нагрузок и для избежания травм.